Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте Ежедроп. Попал на данный сайт на 10 тысяч рублей, открыл один кейсик проверить, есть ли звук. Вообще, пополнение было сегодня уже, получается, на вторую десятку. С первой никогда ничего у меня, к сожалению, не получается записать. Что ж, обязательно, если ты захочешь пополниться, тебе нужно просто вот сюда вот Семин реферальное промо ввести. Ты получишь 11% пополнения, я считаю это неплохо. Что ж, поехали сразу же к вот этим вот яичкам. За 7000 мы купим сразу же одно яйцо. Посмотрим, сколько этот дракон сможет за 7000 монет пролететь. Я надеюсь, что хотя бы подальше, чем предыдущие разы, чем другие дракончики. Ну что это, ёбаные, какие 7500? Продать, мне интересно. Еще один дракон и нужен мне тогда. Вот этот как будто бы изначально быстрее летит, нет? Как будто бы 10,5, даже 11,200 он добил, ничего себе. Продать, вернуться. Окей, 11200 наша локация, пока что до церкви мы с тобой, к сожалению, долетаем. Но это вообще какой-то позорный дракон, еле-еле летит. Смотри, ну что это, блядь? 11600. Я услышал, продать и вернуться, что ж. Почти 10 тысяч рублей на балансе, что ж. Будем сегодня тогда с тобой открывать воин дракона, потому что предыдущие разы он нас сильно окупал. Если 1020 нам сразу же поставит, то я как бы душой кривить не буду, буду забирать сегодня. Но вот с первого кейса, к сожалению, минус. Окей, 5 раз мы не можем, тогда по 4 продолжим. 8000 рублей потратили, получили. Получили какое-то говно, если быть честным, 5000 рублей. Ну ладно. Окей, тогда 3 кейса. Чё уж там, действительно. Хорошо, минус, минус и минус. А нет. 2 кейса. Последние деньги баланса мы просто с тобой сейчас убиваем. Опустошитель это минус. И второй скин, небольшой плюсик. Окей, тогда один раз, фастом. Поток информации. Ну ладно, ладно. Немножечко отбэхал. Окей, 3 раза. Открываем воин дракона. Смотрим, что тут. Плюс. 0, дай бог, нет. Минус и минус. Ну, как-то джидроп сегодня достаточно сильно меня сливает. Как будто бы минуса на балансе-то и нет. Хотя он прекрасно там имеется. Ладно, я тебя услышал. Ничего хорошего ты сегодня явно не будешь ставить, да? 1300. Ну, бля, поток информации, мое почтение. Спасибо большое. Окей, воин дракона, кейс, достаточно хороший, по моему мнению, кейс. Только сейчас почему-то он меня от слова совсем не окупает. Распространение АВП и kill confirmed. Просто за секунду обратно к моему депозиту вернул. Вот про это я и говорил, то что хороший действительно кейс. Когда 5 открываешь, чисто подтверждено, кстати, выпало. 2000 рублей, еще за двушечку, нет. Плюс 800 рублей, ты вдумайся в эти деньги. А как брить ты можешь? Давай поглядим. Ага, 1800, 6000 рублей, ага, 1000, 1000 и 1000. Плюс 900. Просто благодаря одному юспу, который здесь падает, я так понимаю, ПКД. Золотая спираль за пятеру, почему бы и нет, действительно. Это, кстати, побольше, по-моему, плюс, да? Да, это плюс 2900, это другой разговор. Воин дракона. Прекрасный кейс, я продолжаю тебя крутить. По-моему, опять плюс, насколько я вижу. Да, плюс еще 3900. Ну вот же, можешь, когда хочешь. Зачем я один раз открыл, не понял. Ну ладно. Ну тут тем более на охоте было. Окей, продадим. 1300, минус 600 рублей, не особо критично. Еще раз тогда откроем. Бац, минус, плюс, минус. Минус и минус. Ну, это, конечно, открытие похуже. Ладно. Еще. Ой-ой-ой, какая хорошая. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, 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 все. Давай в контракт это все засуну. Вот так, так, так. Вот так. 13 тысяч рублей в контракт засуну. И, в принципе, сегодня шмотку я свою в нулину отобью точно. Да, красная линия статрек выпадет. Окей.
Я тебя услышал, давай тогда еще 5. Вот так, контрактисы, бац, 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 бац. 17 тысяч рублей контракт. Сейчас будет либо все, либо ничего. Смотрим сюда. Падает, кровавая паутина, стат-трек нет. Мне такой неинтересно. 32 тысячи рублей тем временем на балансе. А что, если мы с тобой кисик поношенный откроем за 20 тысяч? Мне просто нужен скин за 20-ку. Я, в принципе, готов под вывод оставить один скиночек. А, 6 тысяч рублей. Ну да, блядь. Ну да, почему бы и нет. Ой, 4, ну ладно. 2 убийства подтверждено. Нихуя себе. 15 тысяч рублей контракт. То есть как бы 30-ка, и у меня, и, короче, потолок. Вот. Вот это мой потолок. Вот это вот я буду забирать. И еще сейчас скины заберем. Всякие прекрасные, разнообразные. Тут вообще какая-то галиматья всякая выпала. Ну-ка, погоди. Вот так. 6 тысяч рублей. Нет, кстати, в ноль даже дало. Контракт на 6 тысяч падает нам с тобой колымага за 1,5. Ну, это очень даже сомнительно. Тогда воин дракона еще один. И, а, не хватает немножко. Окей, тогда пламя дракона. Вот так, так, так. 6 тысяч рублей контракт. По-моему, заспойлерило. Да, 8600. Давай продадим. И еще подкрываем кейсики. В принципе, нам сайт позволяет это сделать. Окей, минус, плюс, плюс и плюс. А, я думал, что 16 тысяч рублей. Это вообще, это как? Это в какие ворота нахуй? Окей, вот так. Тут, конечно, уже все похуже. Плюс 500 рублей всего лишь поставил кейс. Но вот, вот это другой разговор. Еще ножичек давай заберем сегодня отсюда. Почему бы и нет? Когда сайт выдает, я как бы только и рад стараться. А, новографит-то трек, почему бы и да, как бы. Хорошо. 7 минут видеоролика, мы начинаем жестко окупаться. Еще один нож, да блять, вообще без проблем. А, нет. Вот такой не будем сейвить. Окей. Еще вот так, вот так. Так, 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 так. Это, кстати, минус. Да, 7700 выпало всего лишь. Ладно. Не критично. Как будто бы можно сейчас в контрактах окупить. Нельзя. Нельзя, к сожалению. Еще тогда воин дракона. Вот так. Так, так, так. Все, перестает. Перестает просто отдавать. Ну, 38 тысяч рублей. Тем не менее, как бы, да? Предатель за 1300. А давай его разыграем. А почему бы и нет? Окей, гидра в апгрейд. Или неонуар. Неонуар как будто поинтереснее выглядит, нет? Как будто у меня такое впечатление складывается, что да. Тогда этот скин мы с тобой на редлайн ставим. 5000 рублей еще лишними не буду. Стой, пожалуйста. Ладно. Ничего страшного. Вот такой вот у нас с тобой видеоролик сегодня коротенький достаточно получился. Выводим мы с тобой 40 тысяч рублей на сайте... Да я не думаю, что у меня на сайте 40 должно было быть. Но, тем не менее, если отдает, значит минус имелся. Что ж, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, чтобы просто поучаствовать в розыгрыше на USPS Неонуар. Ну, розыгрыш у нас происходит от 20 комментариев. Еще сутки даю ребятам, чтобы написать. Что ж, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.